Более 6000 нелегальных мигрантов из Марокко проникли вплавь на территорию Сеуты, полуанклава Испании на северном побережье Африки. Число прибывших в течение дня беженцев стало абсолютным рекордом для Испании. Власти Пиренейского королевства решили мобилизовать армию для оказания поддержки делегации правительства в автономном городе. Сообщается, что более 1500 нелегалов уже возвращены в Марокко. Беспрецедентный приток мигрантов произошел на фоне дипломатической напряженности между Мадридом и Рабатом. В апреле стало известно о том, что в больнице в Испании находится генеральный секретарь фронта Полисарио, который выступает за независимость Западной Сахары от Марокко. Власти этой страны тогда предупредили Испанию о возможных последствиях из-за данной ситуации. Между тем, сейчас в Рабате заявили, что массовый наплыв нелегалов в Сеуту не является результатом разногласий с Мадридом. Власти Испании подчеркивают, что будут защищать свои границы и возвращать в Марокко тех, кто попал на территорию Пиренейского королевства нелегально.